Вопрос у нас будет из ЖЖ. Что с реальным повышением зарплаты учителям, преподавателям среднего и высшего образования, научным сотрудникам? Зарплата ректора вуза в пределах 400-700 тысяч рублей, а преподавателей порядка 17 тысяч рублей. Кто и как учит за такую смехотворную плату? Собирается ли Министерство образования менять эту ситуацию, резко снизить на порядок ставки, ректорские ставки и увеличить ставки преподавателям? Дальше вот еще тут вдогонку. Зарплата научного сотрудника на сегодняшний день составляет 10 тысяч рублей, а заведующего лаборатории 20 тысяч рублей. Возможно ли, на ваш взгляд, при таком отношении к ученым надеяться на инновационные изменения? Где взять столько энтузиазма? Я думаю, что учитель в школе, преподаватель в вузе, ученый, который работает в институте научно-исследовательском, это интеллектуальная элита общества. И если мы хотим, чтобы Россия была интеллектуальным лидером, а я ставлю перед собой именно эту задачу, и этого я хочу, то нам нужно, чтобы эти люди получали абсолютно достойную, конкурентоспособную зарплату. Конечно, уважение в обществе измеряется не только зарплатой. Мы знаем, что у нас не уважают очень многих богатых людей. Так, но вот именно эти категории людей достойны уважения и достойны, в общем, нормального, конкурентоспособного уровня оплаты труда. Поэтому... Вы сейчас о учителях говорите, правильно? Я говорю об учителях, о преподавателях вузов, о научных сотрудниках. Угу. Вообще, понимаете, я думаю, что в 21 веке интеллектуальная мощь любой страны, она не менее важна, чем военная или политическая, и экономическая, может быть, даже более важна. И эту мощь, в общем, создают те люди, которые работают в системе образования, которые работают в сфере науки. Поэтому приоритетной задачей министерства является доведение зарплаты этих людей до нормального конкурентоспособного уровня, который будет обеспечивать им не только нормальное, значит, существование, но и уважение в обществе. Но... И много уже сделано. Тут нам, в общем, не нужно, так сказать, закрывать глаза на то, что уже есть серьезная динамика движения вперед. В отношении учителей решения приняты, и мы ежеквартально проводим мониторинг. Угу. Заработная плата повышается каждый квартал. И в среднем по России, и по каждому региону в отдельности. И мы знаем, что к 1 сентября заработная плата учителей должна быть доведена до среднего уровня по экономике региона. И дальше будет продолжаться движение вперед. То же самое касается преподавателей вузов, то же самое касается людей, которые работают в науке. Но я хочу сказать одну простую вещь, что это не может происходить без повышения требований к результатам работы. Короткий вопрос от себя здесь. Вот вы все-таки добились у себя в вузе этого, я имею в виду повышения зарплат ректорам путем и многих мотивационных вещей, и в том числе и жесткой конкуренции. Вы же приглашаете западных специалистов в МИСИС, правильно? Приглашаете. Мы только начали, на самом деле. И это очень правильная вещь, конечно, да. Потому что, видя, как работают западные специалисты, конечно же, и наши специалисты тоже хотят соответствовать этому уровню, а где-то, возможно, превосходить. То есть есть реальный мотивационный пример. Вопрос такой: в школе возможно? Коротко ответьте, пожалуйста. То есть вы будете создавать там, ну не хочется говорить о KPI, потому что это все-таки школа, как только переходишь на язык бизнеса, это никому не нравится. Но тем не менее, вы будете создать какие-то конкурентные кейсы, которые четко дадут возможность разделить людей по компетенциям, по возможностям и по зарплатам? Знаете, я пока, в общем, не готов говорить о деталях, но я убежден в одном, что каждый человек должен получать в соответствии со своей квалификацией и с результатами своей работы. Что касается ректоров, могу об этом, значит, специально сказать, поскольку был ректором в течение 5 лет. Но мы же прекрасно понимаем, что если мы будем ректору платить там 50 тысяч рублей или 100 тысяч рублей, то ректор будет сделать все, чтобы заработать эти деньги каким-то еще другим путем. Да, непрозрачным и неочевидным. И педагог делает то же самое. Ну, поэтому бессмысленно воспроизводить ситуацию обмана. Ректор — это менеджер. Да, у каждого ректора в управлении большой коллектив. Он несет за это ответственность. Он добивается результата, если он хороший ректор. И я считаю, ему нужно платить как действительно хорошему менеджеру. В школе кто может стать этим менеджером? Директор? Да, да. Мы закончили интервью. Вы хотели сказать несколько слов в конце? Ну, если это интересно, могу сказать несколько слов о том, что я считаю такими самыми важными, ключевыми, приоритетными задачами министерства на ближайшие месяцы. Я даже не буду говорить про годы, тем более десятилетия. Скажу про ближайшую перспективу, про то, чем я и мои коллеги будем заниматься. Если это интересно. Это очень интересно. Это интересно всей стране, всем родителям, всем школьникам, всем студентам. Первое. Естественно, мне предстоит, значит, сформировать дееспособную команду.
моих замов и других ключевых сотрудников. Она будет полностью новая? Ну, она будет практически полностью новая. И могу сказать, что она не будет состоять из чиновников. Она будет состоять из людей с опытом практической работы и реальных достижений в школе, в высшем учебном заведении, в науке. Я считаю, это принципиально важно. И я думаю, там в течение, может быть, 10 дней, может быть, 2 недель, в зависимости от того, как там наша бюрократическая машина, значит, будет работать, я этих людей представлю, они изложат свое видение, ну и уже мы будем работать в команде. Поскольку, так сказать, управление на разных уровнях, а тем более, так сказать, управление такой огромной отраслью, какое является образование науки в России, это командная игра. Это не деятельность каких-то одиночек, а это командная игра. Второе. Принципиально важная задача вот сейчас, в ближайшие годы для России, это решение проблемы детских садов. Может быть, это звучит несколько, значит, приземленно. На самом деле, это вопрос, который затрагивает очень большую часть наших семей. У нас сейчас в очереди на места в детском саду стоит уже 2 с лишним миллиона человек. Каждый год эта очередь растет. Понятно, это родители, которые хотели бы работать, но не могут работать, поскольку они вынуждены, значит, быть дома и присматривать за детьми. Это еще там целый ряд других проблем. Мы решим эту проблему в течение 2-3 лет. То есть мы полностью эту очередь ликвидируем. Для этого требуется серьезное решение, организационное и финансовое, и на уровне правительства, и на уровне министерства, и на уровне регионов. Но мы точно эту проблему решим. Я считаю ее очень важной просто в силу своей масштабности. Второе. Это то, о чем мы уже сказали, это качество высшего образования. Уйти от халтуры. Уйти от халтуры. Я не посмотрю ни на что. Значит, мы должны гарантировать нашим студентам, что они получают качественное высшее образование. Тем более, если за него платит государство, а значит, каждый из нас. Третье – это реформа науки, не сводя ее там, значит, примитивно к каким-то организационным изменениям внутри Академии наук. Это было бы совершенно неправильно. Нам нужно просто создать в России конкурентоспособную науку, потому что это то, что двигает и экономическое развитие, и интеллектуальное развитие, и, собственно, создает и воспроизводит интеллектуальную элиту страны. Нам нужна эта интеллектуальная элита, потому что именно она определяет лидерство в мире, в глобальном мире, а другого лидерства уже в наше время быть не может. И следующее, о чем я уже тоже сказал, это система взаимодействия с обществом. Это открытое министерство, это возможность каждого высказать свое мнение или предложение, или пожаловаться на что-то, или просто поучаствовать и пообщаться. Я буду общаться в меру своих сил со всеми, кто готов к конструктивному диалогу. Со всеми. Я вот на это времени точно жалеть не буду. Я лучше, значит, сэкономлю на чтении каких-то документов, пусть даже важных. Я считаю это важно. Считаю это очень важно, принципиально важно. То есть из соцсетей вы удаляться не будете? В Твиттере вы останетесь? Я не буду удаляться. Более того, я сделаю так, чтобы максимальное число сотрудников министерства было вовлечено в эту работу. Я буду регулярно встречаться в разных форматах с теми людьми, которые дали какие-то конструктивные идеи через там, интернет, через Твиттер и другие социальные сети. Я буду делать так, еще раз говорю, чтобы у людей было чувство сопричастности к тому, что происходит. Я искренне верю, что по-другому сейчас просто невозможно. У меня все. Спасибо вам огромное. Вы знаете, то, что вы сказали, это абсолютно, я считаю, революционно. В это, наверное, мало кто поверит после нашего разговора. Но, честно вам скажу, верить очень хочется. То есть вы понимаете, какое противодействие вас ждет, потому что вот к таким реформам, о которых вы говорите, наше общество не привыкло. Но если вы их сумеете провести, я думаю, что через 2-3 года мы это реально сможем почувствовать. И, возможно, мои и вот уже ваши второй и третий ребенок закончат абсолютно четко другую школу и поступят в другие вузы. Хотелось бы в это верить. Дай бог вам здоровья. Это единственное, что в данном случае можно пожелать. Здоровья у меня много, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Спасибо. Я абсолютно уверен в успехе. Спасибо огромное. Удачи вам.